Привет, привет физкультурникам, любителям подраться. Сделаем опять на присуху упражнение. Веселое, жесткое. Подсмотрел его в кровавом спорте. Шучу. Так делают восточники единоборства. Некоторых. И гимнасты делают. То есть это можно делать, сейчас я буду на брусьях или на перекладе. Делать данное упражнение можно хоть каждый день. Тоже, потому что пресс достаточно быстро восстанавливается. Вот. По принципу, как отжимание, как подтягивание, то есть ничего сложного. То есть, ну там, либо по максимуму там несколько подходов, либо там подходы там по 12 раз, там 5, 6, там 4, в зависимости от вашей формы. Так, очень тема интересная, хорошая. Вот. Полез. Я уже делал так пару подходиков, это будет третий. Это упражнение веселенькое, интересное. Делайте, развивайте. И да будет с вами добро и сила.